Дорогой отец Дмитрий, вот нас с вами будет слушать и смотреть такая зрительская аудитория, которая в основном будет состоять из людей, либо готовящихся вот к вступлению во взрослую жизнь, либо уже вступивших и делающих первые шаги, молодежная аудитория, которая еще во многом не определилась как-то в жизни устойчиво. И, наверное, у них, у этих ребят, много сегодня вопросов. И вот один из них, который, на который бы от вас хотелось услышать ответ, каков был вот ваш этот путь становления и ваш путь к вере, к Богу и к церкви, если это можно в немногих словах, хотя бы такие основные вехи этого пути? Должен вас немножко огорчить. Ну, во-первых, становление у меня еще не реализовалось. Потом никакого пути к Богу у меня не было. Я как-то как себя осознал, как человека, года в три. Я уже с тех пор и веровал в Бога. Какого-то такого обращения к Богу или какой-то такого пути выбора, каких-то поисков Бога, как вот люди другие рассказывают, у меня не было. Вот я, мой опыт, ну как-то я когда себя осознал уже человеком, как-то уже был в детском саду на пятидневке, и вот с этого момента начинается моя такая жизнь, когда я себя помню. Вот, и я веровал в Бога. А вот веровать же можно и просто оставаясь мирянином. А вот когда пришло решение сознательно уже посвятить жизнь священническому служению? Тоже такой мысли у меня не было. Это был такой великий старец, отец Таврион. Я к нему ездил ежегодно, пока он был жив, в Спасо-Преображенскую пустынь под Елгаву. И он как-то сам сказал, что тебе надо служить в церкви. Ну и с тех пор как-то, это я не знаю, сколько мне было, может быть, лет 20, я так этим озадачился. Стал над чем размышлять так, как-то, ну, примериваться, что ли. Ну а так уже как бы взял курс уже на то, чтобы становиться служителем церкви, церковным служителем, так лет в 25 примерно. Вот, может быть, чуть раньше. Да, надо, пожалуй, чуть раньше, даже 24. А уже в 28 в семинарию поступил. Батюшка, а вот еще такой вопрос. Вот есть такие два рода деятельности человеческой, которые люди, и которые сами занимаются этой деятельностью, и посторонние даже не называют работой, а называют служением. Это вот так говорят про людей военных, что они вот не работают, а служат. И про священников говорят, они тоже служат. И, в общем-то, довольно есть много сходных черт вот в той и другой деятельности. Ну, главное, основное, что сближает, это и тем, и другим приходится многим, в общем-то, в жизни жертвовать своими какими-то личными там, значит, интересами. Вот особенно это монашествующего духовенства касается. Они там находятся в полном послушании. Ну и в армии тоже, понятное дело, просто это такой институт, в котором как бы при всем желании трудно вот какие-то такие демократические вести начало. Какая демократия может быть среди людей, у которых один имеет право приказать другому, иди и умри. А тот должен пойти и выполнить то, что ему приказано, если это требуется. Вот. И вот в связи с этим такой вопрос. Вот я знаю, что вы являетесь деканом православного факультета православной культуры при, как называется правильно, это военное учебное учреждение, где вы... Академия РВСН. Ракетных войск стратегического назначения. Вот, и там даже есть храм преподобного Ильи Муромца. Где... Это не там. Храм находится в главном штабе ракетных войск. Он находится, ну, вне пределов Москвы. А вот большой в военном городке. Вот об этой стороне вашего служения немножко. Вот как это вообще родилось, инициатива, и откуда исходила? И о чем вы общаетесь с нашими вот курсантами? И как они это воспринимают? Можно немножко? Ну, пожалуйста.
Инициатива это была бывшего главнокомандующего, потом впоследствии министра обороны, теперь советника президента Игоря Дмитриевича Сергеева. Он, вот размышляя о том, что появились сектанты в городках военных и ракетных, в частности, чтобы создать им такую альтернативу, и как-то вот решил этому делу как-то поспособствовать. И нашел в лице священноначалия нашего поддержку, и вот два желания, две воли слились, и вот возник факультет решения и главнокомандующего ракетными войсками и его святейшество. И вот меня назначили. Кроме опять вас, же, священники там кто-то... Да, еще есть у нас несколько священников, которые трудятся, помогают мне в этом. Без их помощи я бы даже и не смог. Вот. Ну, хотя начинал я не один, а вдвоем. У меня еще был помощник, отец Виктор. Вот. Сначала у нас был такой одногодичный курс, а теперь же такой трехгодичный. Это как система дополнительного образования. То есть это факультатив? Факультатив, да. И все желающие могут там участвовать. Ну и слава богу, всегда находится каждый год, ну, чуть больше сотни людей, которые вот посещают этот факультет и знания своей родной культуры, то, что наша культура православная, и эта вера, как теперь говорят, культура образующая, вот все, что нас окружает, всю среду, ну, и книгу, и музыку, и живопись, и архитектуру, все, в общем, из церкви вышло, и письменность. И вот мы изучаем, ну не то что изучаем, скорее знакомимся. Ну и, конечно, с первопричиной этой культуры, с такими понятиями из основного богословия. Да, вот, вот кстати, в семинарии, который я Санкт-Петербургскую заканчивал, там за 4 года 28 дисциплин. Мы как бы вот сдавали экзамены. Ну, одни курсы там все 4 года идут, другие там по полгодика маленькие. А вот у вас там на этом факультете сколько предметов и какие? Ну, предметов в общей сложности колеблется от 8 до 10. И, ну, в общем, мы курсы у нас, конечно, много короче. Всего лишь такие обзорные по нескольку лекций. И мы просто, ну, даем направление, что ли, импульс. И, конечно, знакомимся именно с практической церковной жизнью. Чтобы человек имел возможность, если он пожелает, воцерковиться, как бы мы такой строим мост от такого технического образования, которыми снабжают ракетчиков, как раз вот, потому что это из артиллерийского Михайловского училища выросла эта академия, которая когда-то базировалась в Санкт-Петербурге. Вот. Но так как Михайловское училище уже есть такое название, то нельзя было вернуть старое название академии, поэтому назвали имя Петра Великого. Но в память о том, что вот тогда-то в городе Святого Петра началась эта академия. И, конечно, вот Петр, много потрудившийся для создания артиллерии в нашей армии, и вот заложил такие основы регулярного войска. Ну, поэтому вот академия получила такое название. И вот мы изучаем и скорее введение в различные такие церковные дисциплины. Иконоведение, потом архитектура церковная, такие монастырские ансамбли крупнейшие. И касаемся истории монастырей, таинств церкви. Конечно, священная история Нового Завета,
обязательным. И церковная история, главные ее этапы. Общецерковная или русская церковь? Русская церковь. Да, общая, это, конечно, ну, просто втиснуть невозможно, конечно, в такие наши малые курсы. Церковное пение не практическое, а именно знакомимся вот, ну, с такой теоретической базой этой дисциплины, чтобы, ну, человек как сориентировать, если он начнет в храм ходить. Такая есть дисциплина. Вот. И, конечно, даже элементы аскетики даем, но знакомимся. Ну, очень кратко, конечно, с основными принципами жизни, такой духовной. И, конечно, элементы даем понимания литургики, то есть как богослужение устроено. Вот. Ну и, конечно, вот внутреннее устройство храма тоже вот пытаемся изучать. Вот. Так что, в общем, слушателям нашим нравится, поэтому они, многие такие становятся энтузиасты. Уже у нас один есть священнослужитель, вот диакон есть, действующий полковник. Вот, и сейчас еще будем посвящать одного диакона, подполковника. То есть в основном так старшее офицерство. Надо же, там уже совсем совпадение служений получается, у них и звание офицерского, да. И священнослужителя. И вот нашего диакона даже сам министр обороны поздравил с принятием священного сана. Вот, поэтому вот Игорь Дмитриевич Сергеев, министр обороны, он очень внимательно следил всегда. Даже наши такие скромные труды такими наградами отмечал. Вот. И как-то вот мы под такой опекой. Ну и, конечно, его святейшество очень помогал и своими благословениями, и советами, и даже до сих пор такая традиция у нас. В Успенском соборе на второй день Пасхи он вручает свидетельство об окончании, сам лично, каждому окончившему в руки. И благословляет. Поэтому, конечно, это тоже дает такое благословение. Очень много значит для наших слушателей. И вот мы это очень ценим. Потому что без благословения патриарха, конечно, это и было невозможно, потому что дело совершенно новое. И тот такой вот очень мощный авторитет нашего святителя дал возможность этому делу продолжаться и, в общем, в какой-то степени даже шириться. Потому что сначала больше участников факультета было преподавателей, а сейчас, слава Богу, все больше курсантов. И, в общем, так. И вот уже теперь у нас второй начальник академии. И дело отнюдь как-то не погасло, но наоборот. Мы не только находим общий язык, но и отношения прекрасные, я бы даже сказал, идеальные. Вот если так дело будет продолжаться, то, конечно, было бы замечательно. Батюшка, можно еще вот такой вопрос? Этот вопрос, он вообще такой очень старый, но временами для церкви. Внешний вопрос. Даже, пожалуй, сколько веков церковь существует, столько же этот вопрос в церкви существует. Но он временами делается таким, более выплывает на поверхность, что ли, а временами как-то уходит так. Это вот вопрос о последних временах и о конце света. И вот люди уже вот с первых веков, наверное, даже христианства приближали, ожидали, вернее, вот этих последних времен. И причем наиболее такие беспокойные времена, нестабильные, вот эти ожидания, они как-то обострялись среди людей. И вот поскольку сегодня примерно такое же время мы переживаем, то даже в церковной среде можно встречать такие настроения, что вот они как бы уже совсем и наступают. А с другой стороны, другие церковные люди говорят, что нас ждет еще рассвет. И причем и те, и другие ссылаются на определенные духовные авторитеты какие-то, подкрепляют свои мнения. Вот ваше мнение, как священника, может быть, такое чистое, интуитивное, что все-таки нас в ближайшем будущем, как вы думаете, ждет? Будущего его уже вообще как-то в природе не существует. Но меня с какой-то точки зрения это даже и не интересует. Поэтому я могу точно сказать, что вот
я даже не первый раз это говорю, вы уж извините, может, кто и слышал, что будет обязательно то, что будет. Вот это я могу наверняка сказать. А больше как-то... Ведь это же все зависит от человека. Если я сегодняшний день начну пить водку много, то у меня в будущем это цирроз печени, ближайший. А если я не буду ее пить, то, значит, я продлю себе жизнь. Но вот это все в моих руках. Это вот так очень просто понять. Ну, а когда у Варсановья Великого спросили, отче, говорят, мы живем в последние времена, а это было 1500 лет тому назад, он сказал, а кто не знает, что мы живем в последние времена. Так что нормальное христианское устроение – это жить в последние времена. Независимо от того, 2001 год или 4008, собственно, это уж не так важно. Тем более, очень скоро каждый из нас перейдет в мир иной. И для каждого из нас, душа каждого из нас перейдет в тот мир, где времени вообще нет. Поэтому вместе со смертью для нас наступит и, собственно, и конец света. Так ли уж это важно, что это вот мы одновременно все вместе, одни умрут, а другие изменятся, или это вот случится со мной там через 2 дня, а с остальными там спустя 6 миллиардов лет. Это, в общем, как-то совсем не принципиально. По-моему, это какие-то досужие такие, ну, у кого есть досуг, такие мечты, что ли. Но у меня досуга нет, поэтому я как-то это вот такое вне сферы моих интересов, каких-то потребностей. Но о том, что как-то люди этим очень увлекаются, и даже довольно так бывает истерично, но это я знаю, об этом, конечно, приходится сталкиваться. Как-то стараюсь успокаивать, указывать на более такие, ну, как бы серьезные задачи. Например, может быть, какого-то больного посетить. Или там сготовить ужин для всей семьи. По-моему, это более важно, чем вот такие всякие мечты. Если так придет антихрист, так об этом по радио скажут, по телевидению. Но кто не смотрит телевизор, обязательно слух дойдет. И антихрист будет царствовать довольно долго, 3,5 года. Поэтому за это время, я думаю, каждый узнает. И, в общем, может легко подсчитать с момента воцарения до второго пришествия. 3,5 года будет примерно. Так что будет знать, сколько ему потерпеть. Что делать в то время, тоже знаем, потому что вот тот же преподобный Варсановий Великий говорит, на тот вопрос спросил, а что тогда делать, когда придет антихрист? Он сказал, надо идти туда, где есть православные христиане, и жить там. Ну, собственно, мы так среди них и живем. Батюшка, и последний уже вопрос. Вот с чего я начал, тем бы как бы и к финалу прийти. Вот начал я с того, что нас слушает и смотрит молодежь, да? Она в довольно непростой сегодня обстановке такой как-то растет. С одной стороны, обстановка, конечно, очень интересная. Вот, и даже, я бы сказал, наверное, в чем-то уникальная. Вот, историческая ситуация, которая сегодня у нас в Отечестве сложилась. В чем эта уникальность мне видится? Что вот, ну, у нас до революции власть имущие видели свои задачи, народ хотя бы научить, по крайней мере, закону Божию. Уж там не удавалось, может быть, всех заставить исполнять закон Божий, но знали заповеди Божии, этому учили в школе, и как бы так, такая задача стояла. А после революции государственный аппарат поставил свои задачи прямо противоположные. Наоборот, как бы веру вот постараться изъять из народной жизни, а насадить атеизм, даже порой воинственное так довольно-таки происходило. Особенно в первые послереволюционные годы, там даже воинствующих безбожников так и называли вот эти такие кружки молодежные. А вот в чем уникальность сегодняшней этой ситуации, что, вот как мне она видится, что как бы так вот государственный аппарат, он так дистанцировался немножко от нас и отступил, и как бы так сказал, а идите вы куда хотите и делайте, что хотите.
И вот предоставлена, с одной стороны, возможность действительно свободно верить. Никто там пальцем у виска не крутит, сегодня не смеется над нами. В психушку не сажают за это, тем более за колючую проволоку не ссылают. Но, с другой стороны, предоставлена полная возможность и проповеди греха. И вот как бы так Господь на нас сейчас смотрит и узнает, а чего же ты, русский человек, стоишь по-настоящему-то? Вот если тебя на аркане не тащить туда или сюда, куда ты сам пойдешь? Вот в таком положении сегодняшняя наша молодежь находится, в таком довольно-таки ответственном и серьезном. Вот от вас, как от человека, уже все-таки прожившего достаточно жизнь и повидавшего, какой-нибудь такой совет бы услышать тем, кто вот в эту жизнь еще только вступает, чтобы они как-то не наломали лишних дров. Можно что-нибудь, батюшка, на эту тему? Нет, ну, советов обычно никто не слушает. Поэтому... Нет, они поначалу не слушаются, конечно. Особенно молодежь. В этом я с вами согласен. Но они где-то на уровне подсознания все равно отпечатлеваются. И потом человек, может быть, сразу не послушает. Он скажет, ну, батя, ведь вас собрались, наговорили, тут там. Большинство, может быть, так и скажет. Но на подсознании это отпечатается. И когда... Я сам маму не слушал по молодости. Мне тоже казалось, мама там чего-то... Но потом, с течением жизни, в какой-то момент приходило сознание, а мама-то была права. Поэтому пусть они даже, может быть, сейчас нас не послушают, но где-то это все равно отпечатлеется и в нужный момент вспомнится. Ну, во-первых, каждая эпоха уникальна. Так сказать, вот, ну, не бывает ни уникальной эпохи. Поэтому тут у нас ничего оригинального нет. Во-вторых, даже если бы эпоха, ну, целиком повторялась, то каждый из нас уникален. И наше присутствие здесь... в этой неуникальной эпохе, оно уже уникально. И всегда есть борьба добра со злом, и всегда для человека есть выбор. Вот съесть тот плод, который Ева протягивает, или сказать, что нет, не надо, положи на место, Господь это не благословляет вкушать. И сейчас соблазн есть, да, действительно, вот этого как-то мне понравилось. Как вы так вот сказали, что вот такое, как-то Господь смотрит, что стоит народ, что он выберет. Ну, конечно, я не считаю, что так много уж пожил и много видел. В общем, я, так сказать, считаю, что я счастливый человек. Если детство как бы исключить, которое не то, что такое было тяжелое, но там действительно много пришлось наглядеться всяких таких трудных вещей. Но у меня хорошая память, и поэтому, когда нам вот все время, каждый день кто-то говорит, что мы сейчас живем в трудное время, то мне как-то это, ну, смешно. Потому что я не вижу, чтобы кто-то, даже нищие люди, или там не имеющие постоянного места жительства люди, испытывают какие-то серьезные трудности. Поэтому те трудности, которые вот я вот помню, ребенком испытывал, наша семья, наши соседи, наш двор, наш квартал, наши дома, то, что в школе, вот, ну, несравнимо с тем, что вот сейчас называется трудностями. Вообще, вот, батюшка, я смотрел ваш... Простите, что перебиваю. Смотрел ваш просто замечательный фильм «Церковь не молчит», где вот как раз на эту тему, помните, вы говорите? Вообще не помню. Ну, может быть, да. Там как раз вот это, да, о том, как вы были на Дне Ангела, и там люди сидели за обилием яств и говорили про кризис. Кризис, значит, как плохо жить за столом. Да, ну даже не в смысле еды, но во всем. А вот Евангелия не было. Храм, ну, один... на огромное количество людей, что войти туда просто невозможно. Там по праздникам вообще никогда не причащали, ни на Пасху, ни на Рождество. Там, ну, правда, сейчас новое, конечно, явление, вот такого не было, там наркомания, допустим, этого не было, конечно. Ну, а там воровство, там проституция, это все было. И если мне кто-то будет говорить, что не было, я сам тому свидетель, это все было. Масштаб, конечно, может быть, был другой. Но вот
и как люди жили, и там и клопы, и голод, и, ну, в общем, не знаю. В общем, если что-то во сне из детства приснится, это, конечно. Вот там мы жили, радовались, играли в Чижика, там, в классики, там, прыгали через веревочку, казаки-разбойники и прочее, прочее, в общем. Поэтому сейчас, конечно, ну, можно сказать, что люди вполне, можно сказать, спокойно, с жиру бесятся. Это, причем это, хотя, ну, в провинции, конечно, голоднее, чем в Питере, в Москве, но все равно это, ну, никак не сравнить с 50-ми годами, 60-ми, когда за 2 килограмма муки нужно было 6 часов в очереди стоять на морозе. И я это прекрасно помню, и вообще вот, вот как похваливают там предыдущую жизнь, какой там был порядок и так далее. Я прекрасно помню то время, когда люди стали из лагерей возвращаться, так сказать, ну, те, кто мог вернуться, тоже это, тоже прекрасно помню. Посмотрите, вот действительно все, что вы говорите сейчас, это правда. И в то же время при таких тяжелейших вот тогда условиях народ-то численно рос, и как-то брюзжания такого не было, как теперь. А теперь, казалось бы, удивительно, так, если в супермаркет наш заведи, жители какого-то там конца 19 века, вот, когда особенно упования были на научно-технический прогресс, что вот они поступательное шествие по пути развития науки и техники, все это в рай и приведет. Вот заведи этого мечтателя сегодня в супермаркет, он скажет: да, ребята, вы просто в раю. Вот сегодня уже просто в раю, по тогдашним представлениям. И тем не менее, вот недовольство жизнью, ну, удивительно, люди как-то так ощущают. Как вы это себе объяснили? Недовольство, оно содержится внутри человека. Понимаете, вот был же такой случай, что в Америке один человек, будучи миллиардером, стал миллионером, разорился и застрелился. И очень простите, что еще раз перебиваю. Да. И это недовольство, оно не только, я бы все-таки сказал, субъективное, но оно просто объективными вот статистическими данными как бы подтверждается, что мы просто и вымираем так, ко всему прочему. Вот тогда мы при всех тяготах росли численно, а теперь при таком вот, казалось бы, материальном достатке вымираем. Как это вот? Ну, очень просто. Вот во время блокады рождаемость в Ленинграде была больше, чем сейчас. Почему? Потому что, ну, тогда матери же не убивали своих детей. Но некоторые с голоду, это известный факт, они их ели. Вот. Но ели уже умерших. А сейчас молодые, здоровые женщины, одеты в кожу и меха, убивают своих детей. Вот. Для того, чтобы, ну, он их как бы не отягчал. Не то, что он их как-то лишит еды, там лишнюю пальто, потому что много ребенок съест, а просто лишит какой-то доли комфорта, свободы. Ну да, вот передвижений, там, выбора, отдыха. Удовольствия. Да, вот, так сказать, как человек пал. Раньше он выживал, так сказать, допустим, у соседки, соседка умрет от голода, а дети остались. Другая соседка берет их себе, понимаете? Вот факт. Ведут пленных немцев. Русские женщины немцам кидают хлеб через голову конвоиров. Кому хлеб? Немцам, которые убили их мужей. Они плакали, сострадали этим немцам, потому что их вели там в Сибирь, на стройки и так далее. И они им сострадали. А сейчас те же русские женщины, вот они убивают своих детей. Понимаете? Вот насколько изменилось сознание. Ну и, конечно, человек, который, ну, живет, ну, вот в атмосфере убийства собственных детей. И он, конечно, у него и уныние, и отчаяние, и вообще душа в страшном состоянии. Вообще все духом уныния порождено. И поражено. Вот вся эта такая ситуация. Поэтому, конечно, человеку, ну, вот осыпь его сейчас бриллиантами, он все равно не будет рад. У него все равно вот внутри это тоска. Потому что он, ну, с ума сошел просто. Он забыл Бога, забыл заповеди, забыл свое предназначение. Он хочет все время наслаждения. Поэтому такая огромная тяга к алкоголю, к наркотикам, потому что это самый короткий путь к сиюминутному наслаждению. А потом хоть потом. Даже и люди. Вот убью ребенка, а потом будь что будет. Ну, им говорят, ну известно, что будет. Муж от тебя уйдет, потому что на крови семью не построишь. Детей ты не воспитаешь, потому что нормальное воспитание только в многодетной семье.
Потом, если муж уйдет, то ребенок у тебя выйдет из повиновения. Ты думаешь, ты намучаешься с четырьмя, но ты с одним намучаешься больше, чем с пятью. И вот человек-то думает сделать себе как легче, а вгоняя себя в ситуацию, из которой нету выхода совершенно. И в этой атмосфере он живет. Она все складывается, увеличивается. И совершенно психология народа поменялась. С христианской на какую-то буквально сатанинскую. Вот от этого все беды. У нас огромная территория, у нас самая лучшая высшая школа, у нас огромный научный потенциал. Потом везде в мире мозги покупают. У нас они свои. Наши мозги покупают. То есть мы можем создать любую технику. Вот. А мы плетемся в хвосте и ничего не можем сделать. От чего? В чем дело? А вот это дух уныния. Потому что мы идем в противоположное направление. Против Бога, против рожна. Это рожон в грудь нам упирается. И, так сказать, вот мы себе внутренности все калечим. Поэтому абсурдная ситуация. И пока как-то не придем... в ум, это по-церковному, знаете, называется покаяться, то, конечно, ничего не произойдет такого путного здесь. Совершенно это невозможно. Поэтому вот вы говорили о молодежи, там, что посоветовать. Ну, посоветовать хотя бы, может быть, для общего образования, что ли. Может быть, Евангелие почитать. Как-то, собственно, узнать, из чего вообще вышла мировая культура. Ну, хотя бы для общего образования, для начала. А может быть, что-то и в сердце западет. Так у некоторых вера начиналась, между прочим. Вот я встречался лично с таким человеком, который мне рассказывал, что он начал читать Евангелие для того, чтобы аргументированно спорить с верующими, чтобы изучить оружие противника. Когда по мере изучения, вместо того, чтобы стать убежденным и крепким атеистом, сам стал верующим. Да, нет, я вот тоже помню, я вот лет в 15 первый раз Евангелие прочитал, и, конечно, вот то впечатление, которое на меня тогда это оказало, я до сих пор помню. Это, конечно, я не знаю, ведь довольно современному человеку даже газету трудно читать. Это для него очень такая большая интеллектуальная нагрузка. Он очень расслаблен, он может уже, так сказать, готовый только... такой видеоряд воспринимать, а вот чтобы прочесть и просто складывать буквы в слова, это уже часто труд довольно такой для многих непосильный. Все-таки мне кажется, что стоит сделать это усилие, хотя бы как попытку выбраться из того грядущего кошмара нашей жизни, в которую мы сами себя ввергли. Было бы, так сказать, полезно. Рискну дать такой совет. Во всяком случае, мне это оказалось полезно. Я до сих пор благодарен Богу, что кто-то из знакомых, моему деду из-за границы привез Евангелие, и я смог его прочесть лет в 15. Поэтому такой бы можно совет дать, ни к чему, так сказать, особому. Я где-то читал такой, что проводили опрос у людей, самых разных выбрали людей, там образованных, необразованных, там с интересами разными, и им задали вопрос, какую бы книгу вы взяли в тюремное заключение, пожизненное, если бы одну только вам предложили выбрать из всего обилия литературы, что за много веков люди понаписали. И как-то они так все сошлись на Библии. Это понятно. И вообще Библия, она все равно держит рекорды по тиражам до сих пор. Я уж не знаю, как читают ли это так люди Библию целиком. Это тоже довольно большой труд. Но, тем не менее, это так. И, конечно, я даже помню тот период в молодости, когда я начал читать всю Библию целиком, то после этого вся остальная литература, даже ту, которую любил, она оказалась очень такой пресной, разбавленной водой. И несколько лет не мог даже приступить, потому что по сравнению со Священным Писанием
все очень кажется разжиженной такой водицей. И те вопросы, которые как писатели ставят, что-то пытаются их решать, все как-то очень кажется так наивным, таким простым, потому что вот в Священном Писании очень такая высокая концентрация духовной жизни. Просто вот, есть такое уж тривиальное выражение, бьет ключом. Здесь вот не ключ, а какой-то такой прям, вулкан, что ли. Вот. Поэтому это естественно. И много людей, взять лорда Байрона или Рембрандта, вообще всю жизнь Библию в основном читали. И это очень хорошо понимаю. Это удел не только богословов или школьных учителей. Но вообще-то это было бы, конечно, замечательно. Ведь все-таки, несмотря на всякое вдохновение всех других писателей, даже поэтов, все-таки это творение рук человеческих. А вот в Библии дыхание Божества очень чувствуется. Поэтому один источник благодати Божией, он все-таки содержится в Слове Божьем. Поэтому вот, даже ради этого опыта, стоит это пережить. Потому что каждый след человеческой жизни духовной, он имеет, какие-то такие зримые отпечатки в человеческой культуре. Поэтому к ним прикасаться всегда это есть такой целый мир. Есть мир науки, можно локализировать, это мир математики. Кто в этот мир входил, тот знает этот удивительный мир, и как он огромен, и как человек становится богат. Или мир астрономии, мир физики, мир балета, мир изящных искусств. Или взять что-нибудь одно, мир прикладного искусства. Или даже какие-нибудь лингвистика, или часть лингвистики, мир языков Северного Кавказа. Это целые миры такие. А мир Библии, он вмещает в себя все, он еще шире. Это огромная часть откровения Божия, даже шире, чем, можно сказать, вся Вселенная. И жить, интересоваться футболом, погодой или мебелью, такой из ДСП, полированный, Когда рядом с тобой. Да, очень это как-то, не хочется говорить, убого, бедновато. Человек предлагает тебе бриллиант, он говорит, мне некогда, у меня стекляшка. Да не стекляшка, а у меня кусок старой зубной щетки. Стекляшка-то это еще такая все-таки вещь, она солнце отражает, что-то действительно такое привлекательное. А то кусок пластмассы. К сожалению, так получается, потому что это всякие такие вещи усваивать, это трудно. Я помню, я был в Сиене с такой группой людей, которые тоже такие туристы. Мы идем по Сиене, и одна из женщин говорит, какой ужасный город. Он весь, тут слишком много собак, и от них, на дороге следов. От того, что собаки здесь ходили. Понятно, о чем речь. Я думаю, она идет по такому городу, необычайной красоты и уникальный город. Это романская архитектура, такие изумительные площади, такой рельеф, такие крыши, каждое здание уникальное, а она смотрит на следы прошедших здесь прогуливающих собак. Конечно, лучше бы это все убрали, конечно, но для нее это и представляет собой такая проблема и предмет ее интереса. Достаточно от этого чуть-чуть поднять очи, не на небо, не надо так далеко, но чуть-чуть, хотя бы до первого фриза.
И уже богатство, уже цвет, уже композиция, уже, ну, я не знаю, изящный рисунок. Ну, просто, ну, Италия. Ну, что может быть прекраснее, где 80% зданий это вообще памятники мирового значения, охраняемые там всеми там структурами мировыми. Ну, вот, на вот, а он смотрит вот это на есть, такие вещи. Есть вот такая... это как-то очень прискорбно. Батюшка, я вам сердечно благодарен, что вы, несмотря на всю свою занятость, так нам уделили и внимание, и времени. Спасибо вам, Господи. Ну, чем было как-то интересно. Спасибо. Всего доброго, до свидания. До свидания.